Этот Кинан, что он за человек, дядя? Что он за человек? Он полюбил женщину, сделал ей предложение. Потом увидел ее с другим мужчиной, но не объявился. Племянник, ты злишься от того, что Кинан не появляется, или от того, что он влюблен в Айшан? У меня нет козырной карты, поэтому я злюсь. Кинан не объявился, Айшан не смогла помочь. Еще успеет. То есть... Приехал. Кинан объявился. Я... Тот телефон, что вы дали Айшан. Если я не прав, поправьте меня. Мы прослушиваем телефон, чтобы они не использовали Айшан Ханым. Чтобы они ничего не сделали с ней. Если она позвонит Изелю, назначит где-нибудь встречу, вы поедете ее спасать. Я правильно понял? Люди, которые думают, что знают меня, на самом деле вообще не знают меня. Вот так-то, Адольф. Я дал ей этот телефон специально, чтобы они думали, что их прослушивают. Если она позвонит Эзелю, назначит ему встречу, то место их встречи должно стать моей могилой. Я жду не того, чтобы она позвонила. Я надеюсь, что она не позвонит ему, Тунус. Алло, Эзель? Чего тебе? Выйди. Давай встретимся. Выйди. Я не могу. Кинан, ты слышишь меня? Айшан. Айшан, что ты делаешь? Я не могу, Эзель. Кинан, я ненавижу тебя. Или все-таки люблю? Айшан. И то, и другое. И то, и другое, Кинан. Держись от меня подальше. Подальше, ты понял меня? Айшан. Защити Айшан, Тунус. Защити ее от Рамиза. Мы никому не говорили о том, что произошло 30 лет назад. Ни он, ни я, ни Сельма. Что произошло? Мы оба хотели защитить Сельму. И мы оба убили ее. Убили. Мы хотели быть всемогущими и скрывали правду. Не откладывайте. Ничего не откладывайте. Если бы сегодня был последний день твоей жизни, что бы ты сделал в первую очередь? Сегодня наш последний день? Я бы стал камикадзе. Дядя обращается ко мне. Он говорит мне, но я не знаю, как играть в эту игру. Не пытайся никого защитить. Не пытайся спасти. Не пытайся быть сильным. Ты тот, кто хочет быть спасенным, племянник. Скажи, Айшан. Что будет, если скажу, дядя? Она поверит мне? Поверит, что я по-прежнему люблю ее? А ты не любишь Айшан? Я не могу, дядя. Если бы сегодня был твой последний день жизни... Алло. А, да нет. Просто интересно, где ты? Хорошо, что позвонила. Так, работаю. Мне прийти к тебе? Вместе поработаем, как раньше. Нет, Айшан. У меня много дел. Закончу и перезвоню тебе, хорошо? Хорошо.
Пусть обманывают, пусть стреляют, пусть бросают. Но лишь одно может заживить твою рану. У тебя есть мечта? Ты желаешь чего-нибудь страстно, будто сумасшедший? Тогда открой глаза. Твоя рана не убьет тебя. Слышишь меня? Да. Не разглагольствуй понапрасну. Я помог тебе не для того, чтобы причинить зло Кинану. И не для того, чтобы так случилось с Эльмой. Я по-прежнему не доверяю тебе. Кинан прогнал тебя. Ему наплевать, что ты попал в ловушку. Он выбросил тебя, и у тебя ни гроша. Он никому не смотрит в глаза, никого не принимает. Ты остался один. Кому ты можешь доверять? Ну что, Кинан поверил тебе? Он перестал подозревать меня? Перестал. Перестал? И все? Вот так вдруг перестал. Сейчас его мысли о другом. О чем он думает? Об Эйшан. Слышите? Мы все делаем правильно, Кая. Кинан не делает того, что от него требуется. Поэтому мы делаем это. Пусть Кинан посмотрит на своих истинных врагов. Пусть одержит над ними победу. Пусть прикончит их, наконец. Почему сейчас он думает об Эйшан? Она хочет встретиться с Изелем. Стоит проследить. Я могу пойти с тобой?